Друзья, всем привет! В эти жаркие летние дни хочется чего-нибудь холодненького, вкусненького и непременно сладенького. Поэтому приглашаю вас на невероятно вкусный десерт. Итак, начинаем. В сотейник наливаю воду. Довожу до кипения. И когда вода закипела, добавляю сюда сахар. И добавляю растворимый кофе. Все перемешиваю, чтобы сахар и кофе растворился. И варим кофе. Масса закипела. Снимаем с огня и даем ей немножко остыть. Пока остывает кофе, подготавливаю желатин. Я использую вот такой. Здесь 12 листов, 20 грамм на 1 литр воды. У меня пол-литра воды, поэтому беру 6 листов. Опускаю его в воду. Он набухает очень быстро, в течение 5-7 минут. Если берете желатин в порошке, то следуйте своей инструкции. Кофе немного остыл. Желатин выжимаю. Он быстро растворился, даже 5 минут не прошло. Отправляю в сотейник и быстро перемешиваю, чтобы желатин растворился. Теперь беру любой контейнер или судочек. Выливаю туда кофе. И отправляю в холодильник, чтобы желе застыло. В миску выливаю сгущенку, сливки. И все перемешиваю в однородную массу. Если масса будет слишком густая, можно добавить молока. А теперь отправляю массу в холодильник для охлаждения. Кофейное желе застыло. И теперь я его разрезаю сначала на полосочки. А затем на кубики. И вот такое желе получилось. И сейчас остается только миг. Наполняю стакан желе, сверху заливаю сливками. И можно наслаждаться чудесным, вкусным, холодным десертом. Рекомендую, попробуйте. Очень вкусно, необычно и нравится гостям. Проверено. Напишите в комментариях, вы будете готовить такой вкусный десерт. Рекомендую, попробуйте. Благодарю, что смотрели мое видео. Благодарю за ваши лайки и комментарии. Буду очень рада, если поделитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на мой канал с колокольчиком, чтобы быть в курсе выхода новых видео. Желаю вам отличной летней погоды, прекрасного настроения, приятного аппетита и до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!